Друзья, всем привет! И вчера мне один человек скинул видео ВКонтакте, где Open Kids проходили реальный кастинг на шоу танцы. Называется «Вступительный танец. Не танцуй». Второй сезон. Что? Я вообще этого видео не видел. Это видео даже не на Ютубе, это на Рутьюбе. Вы знаете, что такое Рутьюб? Я да, но никогда им не пользовался. Поэтому погнали. Что бы ты ни говорил, говори всегда «погнали». Блин, это реальный же Open Kids. Офигеть, я в шоке. Там... Подожди, это что за люди? А, это видео потанцовка. Это реальный шоу танцы вообще. Офигеть. А, вот и Ангелина и Лера. А, ну это, видимо, прям вступление, то есть это, по-моему, начало сезона был. Это... А, мне показалось, что они вживую поют. Она измененная. Это песня измененная. Нифига там коридоры. Что за лабиринт? Знаете, как будто это было реально недавно. Они... Я не понимаю, они вживую поют или нет? Нифига там народу. Они как будто полу вживую и полу... Нет. А, нет. Она измененная. Да, эта песня измененная. Очень много народу. Мне кажется, было бы круто, если бы... Ну, только бы в пятером танцевали. Как бы. Зачем? Мне кажется, люди, которые в зале сидят, которые первый раз, они в шоке от того, что вот такие детишки такое исполняют. Да, да. Понравилось видео, не забудь поставить лайк, написать комментарий. Я читаю все комментарии, если ты здесь впервые, не забудь подписаться на канал и рассказать обо мне своим друзьям. Это быстро, это несложно. До следующего видео, пока.